Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке я вам покажу, как оформить шапку в виде героя мультфильма Тоттера. В группе ВКонтакте мы проводили опрос, где я спрашивала, какую шапочку хотите, чтобы я связала, и победил герой мультфильма Тоттера. Также в группе ВКонтакте второе место заняла шапочка Минни Маус. Я ее сделаю чуть-чуть позже, но она обязательно будет. Это информация для тех, кто ждет этот урок, кто хочет связать шапочку именно Минни Маус. В этом видео я вам покажу, как оформлять основу для шапки в виде героя мультфильма Тоттера. Здесь мы с вами свяжем ушки, мы с вами свяжем носик, глазки и все соберем, все пришьем. И шапочка будет готова. На самом деле схема очень простая, здесь нет ничего сложного, но я все-таки подробно покажу, чтобы даже если вы никогда не держали крючок в руках, вы совершенно спокойно могли связать такую шапку или для себя, или в подарок. Шапочка очень позитивная, не яркая, и в то же время вас будут выделять в толпе и в любом случае обращать внимание. Если вам понравилась эта шапка, обязательно ставьте пальчики вверх, и в таком случае я буду побольше делать уроков на шапочки, на всякую разную зимнюю одежду. Будут также шарфики в виде героев мультфильма или в виде животных. Также будут варежки, также будут митенки. И если вы хотите, чтобы таких уроков было больше, ставьте пальчики вверх, и я обязательно на это буду обращать внимание, и такие уроки буду выпускать почаще. Тем более, что сейчас наступает зима скоро. Во многих регионах нашей большой страны она уже наступила, там уже холодно. И, конечно же, хочется, чтобы теплые вещи, особенно головной убор, шарфик, они были не похожи ни на кого, чтобы они были только у вас, тем более, если вы свяжете это своими собственными руками или для себя, или в подарок, это в любом случае оценится и будет носиться с любовью. Если у вас есть еще идеи по поводу шапочек интересных, шарфиков, каких-то особенных героев хотите, пишите обязательно это в комментарии. Я все пожелания максимально стараюсь делать. В первую очередь учитываю ваши желания, потом уже вяжу то, что хочется мне. Итак, давайте начнем. Для вязания шапки Тоттера нам с вами понадобится пряжа трех оттенков. Серого цвета, черного, белого. Серый цвет я использую пряжу Нака на колен 5. Пряжа достаточно тоненькая, в ней 500 метров на 100 грамм, и вяжу я ее в три ниточки, в три нити, в три сложения. То есть если посчитать, то в три сложения пряжа по толщине получается где-то примерно 160 метров на 100 грамм. Также я использую пряжу черную и белую, это Нака Baby Marvel. В ней 135 метров на 100 грамм, вязать я ей буду в две нити. В принципе, черная и белая пряжа нам нужна для оформления, поэтому пряжа может быть совершенно любой, и в принципе и по толщине. Вот смотрите, главное, чтобы в несколько сложений она соответствовала толщине пряжи основной нашей. Также нам понадобится две пуговички. Если пуговичек нет, то можно сделать магическое колечко из черной пряжи. Я позже расскажу, как это сделать. Пуговички у меня обычные, такие вот черные, на вот такой вот ножке, чтобы можно было спрятать ее внутрь глазика. Также нам понадобится игла для сшивания, крючок 4,5. Этим крючком я вязала основу для шапки. Также крючок номер 4. Этим крючочком я вязала и буду вязать оформление нашего Тоттера. И, конечно же, ножницы. Основа для шапки у меня уже готова. Связала я ее на как обхват головы 56 сантиметров, то есть, в принципе, это на женскую голову, либо на подростка. Вот такая вот шапочка. Обвязала я ее обычными столбиками без накида, белым
цвета. Можно сделать черным цветом, можно сделать в тон шапки таким же серым. Ушки я также связала. Если вы не знаете, как вязать основу для шапки, у меня есть видео подробно, где я рассказываю о том, как нужно вязать основу. Сейчас вы по ссылочке можете на него перейти и связать основу для вашей шапочки Тоттера. В этом видео мы будем оформлять шапочку в виде Тоттера. Мы свяжем ушки, мы сделаем носик, сделаем оба глазика и все соберем. Полностью покажу, как пришить, покажу, как все связать. И давайте начнем. Как я уже и говорила, пряжей накан-наколен я вязала основу для шапочки в 3 нити. Причем эти 3 нити я брала из одного моточка. То есть не нужно покупать несколько мотков пряжи. Можно из одного моточка сделать 3 сложения. Как это сделать? Смотрите, у нас есть конец нити. Мне удобнее брать из серединки, можно сверху, тут уже зависит от вас. Мы берем эту нить, складываем ее пополам. Кончик желательно оставить подлиннее. Складываем ее пополам и еще раз. То есть вот 3 сложения нити мы с вами сделаем. Мы начинаем вязать вот от этой части, то есть где у нас идет хвостик и вот такая петелька. Мы начинаем вязать нитью. Нить у нас с вами заканчивается в 3 сложения и начинается одна. Что мы здесь делаем? Мы вставляем вот эту одну нить в петельку, которая у нас с вами получается, и вытягиваем эту нить, полностью вытягиваем на нужную нам длину и продолжаем вязать. Причем переход нити здесь практически не заметен, здесь ни узелочка, ничего совершенно нет, и вязание это вообще не видно. Итак, начинаем вязать. С ушка. Ушко у нас будет серого цвета, основного цвета нашей шапки. Делаем магическое кольцо. И вяжу я крючочком номер 4. Почему 4, а не 4,5? Потому что ушки должны быть более плотные по своей структуре, для того чтобы они имели форму и держались на голове, не заваливались. Итак, делаем магическое кольцо и в это кольцо вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Кольцо стягиваем . Прокладываем контрастную нить между рядами . Вводим крючок в самую первую петельку и вяжем столбик без накида. В следующую петлю вводим крючок и вяжем прибавление. В одну петлю вяжем 2 столбика без накида. Следующая петля, третья, столбик без накида. Четвертая петля прибавления. Первый столбик и сюда же второй. Во втором ряду у нас с вами получилось 6 петелек. Начинаем вязать третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, по одному в каждую петельку. Первый и в следующую петлю второй. Прибавление. Первый столбик и в эту же петельку второй. Снова 2 столбика без накида.
Первый. Второй. И прибавление. В одну петельку 2 столбика без накида. Первый и второй. Прокладываем контрастную нить между рядами. Видите, у меня закончилась моя тройная нить. Я снова делаю нить в 3 сложения. Здесь лучше сразу побольше вытащить, чтобы потом к этому не возвращаться. Значит, в третьем ряду у нас с вами 8 петелек. Четвертый ряд. 3 столбика без накида. Первый. Второй. Третий. Прибавление. Снова 3 столбика без накида. Первый. Второй. Третий. Прибавление. В ряду у нас 10 петелек. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавление. Первый. Второй. Третий, четвертый, прибавление. Снова первый, второй, третий, четвертый, прибавление. Мы с вами связали 5 рядов. В ряду у нас 12 петель. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавление. В ряду у нас 14 петелек, мы связали 6 ряд. В 7 ряду вяжем 6 столбиков без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Прибавление. И до конца ряда повторяем 6 столбиков без накида, прибавление. Мы связали 7 рядов. В следующем ряду, в 8, вяжем 7 столбиков без накида, прибавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, прибавление. Снова 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Прибавление. Мы с вами связали 8 рядов. В ряду 18 столбиков без накида. В следующем ряду, в 9, вяжем
8 столбиков без накида прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавление. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавление. 9 ряд мы с вами связали. В ряду 20 столбиков без накида. В следующем ряду вяжем 9 столбиков без накида прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавление. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прибавление. В ряду у нас 22 петельки и вяжем последний ряд с прибавлениями. 10 столбиков без накида прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Прибавление. Мы с вами связали 11 рядов. В ряду у нас 24 петли. Следующие 5 рядов, 12, 13, 14, 15 и 16, вы вяжете самостоятельно. Закончите вязать 16 ряд и возвращайтесь ко мне. Ну вот, я связала эти 5 рядов, у меня 16 рядов уже готово. В 17 ряду мы с вами начинаем делать убавление. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем одно убавление. Снова 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, убавление. И еще раз. 1, 2, 3, 4, убавление. Первый, второй, третий, четвертый, убавление. В ряду у нас осталось 20 петель. В следующем ряду тоже делаем 4 убавления. Вяжем 3 столбика без накида. Первый,
второй, третий, убавление. Снова первый, второй, третий, убавление. Первый, второй, третий, убавление. Первый, второй, третий и убавление. И у нас с вами остался последний ряд. И мы вяжем в этом ряду 16 столбиков без накида. Здесь мы уже убавления не делаем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый. Нить закрепляем, вводим крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить, вытягиваем, снова захватываем рабочую нить и вытягиваем через то, что есть на крючке. Нить обрезаем и полностью вытаскиваем ее через петлю, которая у нас с вами осталась. Узелочек подтягиваем. Внутрь можно добавить наполнитель и пришить. Можно наполнитель не добавлять, вот так вот сложить ушко. И вот таким образом пришить. Но у Тоттера в мультфильме ушки вот в такой форме, поэтому лучше, конечно, добавить наполнитель. Сейчас вы сделаете два таких ушка. У меня они уже готовы. И переходим к вязанию носика. Для носика я буду использовать пряжу NACA Baby Marvel черного цвета. Нить в два сложения. Берем нить и делаем цепочку из воздушных петель. Располагаем нить между двух пальчиков, под нить заводим крючок и поворачиваем. У нас на крючке получилась незакрепленная петля. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее через петлю, которая у нас с вами на крючке получилась. Подтягиваем узелочек и делаем цепочку из воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и последняя седьмая петля. И теперь, начиная со второй петли от крючка, вводим крючок и вяжем прибавление. Дальше столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Последнюю петельку перед узелочком мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. У нас наша с вами заготовочка сама повернулась на другую сторону. И дальше мы вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И в последнюю петельку вяжем 2 прибавления. Теперь вводим крючок в самую первую петельку и вяжем прибавление. Дальше столбики без накида.
первый, второй, третий, четвертый, пятый. Три прибавления. Первое, второе, и третье. Столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и два прибавления. Первое прибавление и второе. И таким образом заводим крючок за заднюю стеночку первой петельки, вытягиваем петлю через ту петлю, которая есть на крючке, и теперь нам с вами эту нить нужно закрепить. Поскольку я вяжу в две нити, один кончик я обрежу коротенький, сделаю, а второй кончик оставлю для пришивания носика к нашей шапочке. Теперь с обратной стороны, это я тоже обрежу, с обратной стороны вводим крючок в какую-нибудь петельку нижнюю. Я взяла другой крючочек. И любую из этих нитей, или большую, или покороче, вытаскиваем через петлю. Для того, чтобы нам зафиксировать саму нить. И здесь можно связать узелочком. Я еще вытащу сюда. Через соседние петельки пропускаю, для того чтобы у нас вот этот конец ряда подтянулся. Видите, здесь нет никакой дырочки. Наш с вами носик выглядит намного лучше. И теперь завязываем обычный узелочек. Сильно туго старайтесь не тянуть, чтобы у нас носик не деформировался, а был нужной формы. Носик у нас с вами готов, и теперь нам нужно связать глазки. Теперь берем пряжу белого цвета, также в два сложения, и делаем глазки. Делаем магическое кольцо, и крючочком я буду вязать четверочкой. Делаем скользящий узел. Воздушная петля для подъема. Теперь делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо, захватываем с внешней стороны нить, вытягиваем. На петле, видите, у нас на крючке у нас три петельки. Теперь с внутренней стороны захватываем нить, вытягиваем сначала через две петли. Снова с внутренней стороны нить и через две петли. Снова накид в кольцо, захватываем нить с внешней стороны. И с внутренней стороны два раза провязываем столбик с одним накидом. И таких столбиков в кольцо нам нужно с вами сделать 12. 2 мы уже сделали, воздушную петельку мы не считаем. Третий столбик с накидом. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой.
восьмой. Так, у меня нить закончилась. Сейчас я ее подтяну чуть-чуть. Продолжаем. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. И последний, двенадцатый. Теперь тянем за вот этот хвостик и стягиваем кольцо. Вводим крючок в столбик подъема, в одну стеночку в заднюю, вытягиваем петлю через этот столбик и через ту петлю, которая есть на крючке. Нить обрезаем, поскольку у меня из двух нитей я один кончик обрезаю коротенький и второй подлиннее для пришивания глазика к нашей шапочке. Теперь нам с вами вот эту нить нужно вытянуть через петельку. Вдеваем крючок с изнаночной стороны под первый столбик и вытаскиваем эту нить на изнаночную сторону вот таким вот образом. Теперь хвостик, который покороче, я оставлю. Если у вас одна нить, то вы эту одну нить так и продеваете. Вытягиваем через последнюю петлю эту нить и снова с изнаночной стороны вводим крючок и снова вытягиваем нить. Теперь можно вот эти две нити связать. Делаем узелок не тугой, чтобы он не выступал. И вот такой глазик, белок для глаза у нас с вами получился. Теперь к этому белку нужно пришить пуговичку. Если у вас нет пуговички, то черной пряжи, желательно тоненькой, мы с вами делаем магическое кольцо, ну и крючочек, соответственно, тоже тоненький берите. Делаем магическое кольцо из 6 столбиков без накида и пришиваем сюда кружочек черного цвета. Здесь мы с вами пришиваем пуговичку в центр нашего глазика. Пришиваю я обычными швейными нитками белого цвета и тоненькой иголочкой. Делаем узелочек, фиксируем эту нить с изнаночной стороны. Вкалываем иглу в глаз насквозь и вытягиваем нить. Теперь прикладываем бусинку и пришиваем, точнее не бусинку, пуговичку, и пришиваем как обычную пуговицу. Старайтесь пришивать этот глазик плотнее, чтобы он не болтался у нас. С изнаночной стороны нить фиксируем. И прячем хвостик внутрь петелек. Нить обрезаем. И вот такой глазик у нас с вами готов. Таким же образом делайте еще один глаз. И мы начинаем сборку шапки. Итак, складываем нашу шапку таким образом, чтобы она была ровной по отношению к ушкам. Если есть манекен, то лучше, конечно, это делать на манекене. Теперь сантиметром или линейкой измеряем расстояние в районе лба. У меня это 23 сантиметра.
Находим центр шапочки. У меня это 11,5 сантиметров. И можно использовать портновские булавочки. На расстоянии 11 сантиметров отмечаем центр нашей шапочки. Можно несколькими иголочками. Здесь уже как вам удобнее. Самое главное, чтобы этот центр шапочки не потерялся никуда. Поскольку у нас с вами столбики идут под наклоном, по спирали мы с вами вязали, то, соответственно, отмечаем центр шапки, не обращая внимания на направление вязания столбиков. Теперь отступаем от начала шапки. В моем случае я не считаю край обвязки. Отступаем 4 сантиметра и прикладываем носик на расстоянии 4 сантиметров от края нашей шапочки. Носик мы прикладываем строго по центру. Вдеваем нить в иголочку и начинаем пришивать носик к нашей шапке. При этом мы с вами захватываем заднюю петельку нашего носика последнего ряда, и если вы не делаете подклад, то верхние петельки нашей шапки таким образом, чтобы с обратной стороны, с изнаночной, у нас с вами вот этот шовчик, который мы пришиваем шапку, он просто не был виден. Здесь я рекомендую пришить половину носика и шапочку на голове померить, потому что может быть не очень ровно. И в таком случае вся мордочка будет не ровно расположена от центра нашей шапки. Под этот носик мы наполнитель с вами не добавляем. Наполнитель добавляем только в уши. Мы их с вами также будем пришивать вместе. И таким образом пришиваем носик к шапочке до конца. И нить, которая у нас с вами останется от носика, мы ее не обрезаем. Ну вот, я пришила носик к шапке. Теперь мы эту нить фиксируем, только фиксируем очень аккуратно, желательно заводя прям под носик, чтобы эти ниточки у нас с вами были незаметны. Если вы пришивали шапочку сверху, то мы вкалываем иголочку в носик насквозь и выводим его снизу. И теперь этой же нитью на расстоянии буквально 1 сантиметра нам с вами нужно вышить ротик. Я буду вышивать, у меня получается пришит носик на 1,5 рядочка, еще отступаю этот ряд до конца и еще 2 ряда. То есть вот на этом расстоянии я буду вышивать ротик. Аккуратно под петельками выводим нашу иголочку, нашу нить. И делаем несколько стежков, также не затрагивая внутреннюю часть шапки, строго посередине. Ротик должен быть небольшим. Опять-таки, если вы вяжете с подкладом, то в принципе можно и насквозь. И выводим эту нить назад в наш носик. У меня нить оказалась коротенькой, и я сейчас с обратной стороны в петельке спрячу вот эту черную ниточку, чтобы она у нас не торчала
даже с изнаночной стороны, поскольку подкладок этой шапки делать я не планирую. Здесь нужно сделать все очень аккуратно, чтобы даже с изнаночной стороны видно ничего не было. Я уже дошла до носика, и теперь эту нить я просто вытащу в носик и там внутри спрячу. Вот видите, с изнаночной стороны у меня ничего не видно. Так, теперь мы переходим к пришиванию глаз. Глаза будем пришивать на уровне нашего носика, чуть-чуть повыше. На равном расстоянии друг от друга. И следите, чтобы глаза располагались по отношению к задней части шапки на одинаковом расстоянии также. То есть все должно быть ровно. И расстояние от низа шапки, и расстояние между носиком, между глазками, и также расстояние между ушками у глазок. Пришиваем глаза таким же образом, как и делали это с носиком. Захватываем только заднюю стеночку, чтобы у нас остался вот этот колосочек. Пришьете глазки и возвращайтесь ко мне. Ну вот, у моего Тоттера появились глазки, и теперь мы будем пришивать ушки. В уши предварительно мы добавляем наполнитель. Если у вас наполнителя нет, и вы не планируете его использовать для шапочки, то, соответственно, мы с вами пришиваем ушки. Вот таким образом. Мы ушко берем, его изгибаем внутрь и пришиваем к шапочке вот таким вот образом, то есть так, чтобы оно стояло, потому что если вы пришьете за одну стеночку, то оно может болтаться. Я наполнитель добавляю просто для объема, его там немножко, для того чтобы шапочку не утяжелять. И точно так же пришиваем практически на макушку нашей шапки, поскольку у Тоттера у него ушки расположены вот таким вот образом примерно. Здесь самое главное пришить их ровно по отношению к центру, по отношению к боку шапочки. Мы ориентируемся с вами на вот эти уголки, если у вас шапка с ушками. Если шапка без ушей, то уши должны быть нашего Тоттера, не уши шапки, а уши Тоттера, должны быть расположены на расстоянии чуть-чуть смещенные от глаза, то есть таким вот образом между носом и глазом, и чуть-чуть больше в сторону глаза смещенные. И пришиваем по кругу нашего ушка к нашей шапочке. Здесь можно захватывать целиком петельку, можно также только заднюю стеночку, тут уже как вам будет удобно. Пришивайте ушки самостоятельно и возвращайтесь ко мне. Ну вот, ушки для моего Тоттера уже готовы, и нам осталось с вами вышить усики. Усики вышиваем пряжей черного цвета. Я буду вышивать в одну нить. Отрезаем нужную нам длину нити. Вдеваем в эту нить иголочку. И прикладываем пока нить на том расстоянии, где мы хотим с вами сделать усики. Должно быть 3 усика. Нам нужно спрятать эту нить в низ нашей шапочки. Никаких узелочков мы здесь не делаем, чтобы все было аккуратно. Прячем нить в петельки нашей шапки.
и начинаем вышивать усики. Должно быть 3 усика. Первый. Снова прячем нить. Прикладываем чуть-чуть подлиннее. Второй. Снова прячем. И третий. И таким же образом делаем с другой стороны. Ну вот, моя шапочка Тотта готова. И смотрите, какая она получилась забавная. О том, как делать кисточки для шапки, я показывала в моем прошлом видео. Поэтому в этом видео я этого делать не буду. Я надеюсь, что этот видеоурок вам понравился, что здесь вам было все понятно. Если какие-то вопросы возникают, обязательно спрашивайте в комментариях. Делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока, до новых встреч!